Снова здрасте. Продолжаем играть в Painted Town Red. Мы все еще продолжаем в нее играть. Мы упертые, как не знаю где. Ну и, в принципе, игра как бы располагает, потому что она постоянно развивается в силу того, что саму игру делают игроки. Тут поступает постоянно куча новых уровней, текстурки и так далее. То есть в игру можно играть бесконечно, что мы, в принципе, и делаем. Итак, как всегда, мы играем в пользовательские уровни. Сегодня у нас Space Pirates, космические пираты, никак иначе, от 24/7 Nauseous. 24/7 Nauseous. Ну, так тут написано, я вот, что я... Так написано. Что, ну так. Идем смотреть на космических Space Pirates. Что они там из себя представляют? Так. Ой, ты там, ты срёшь, да? Ладно. Вообще-то это мой унитаз, слезай. Короче, разборки будут. Слезай, говорю. Хватит срать, разборки будут. Я так понимаю, что мы уже все, как бы. Мы как спейс-пираты закончили свою карьеру и оказались в тюрячке. Поэтому мы тут сидим. Ну-ка, а отсюда можно так? Нет, не можно. Я уже видел один раз где-то такую штуку. Только там решетка была из грифов этой самой, как ее. От штанг. А здесь из этих сделано. Круто! Это разбираемые решетки в этой игре. Кстати, вот кто придумал, тот молодец. Иван. Шапки, ушанки не хватает еще. Ну. Тихо. Не напугать его, гада. Надо подкрасться тихо и завалить. Прямо в почку. На. Все. Чувак, ты свободен. Мы можем идти дальше. Навстречу приключениям. Ты, правда, весь изговнякался, но это ничего. Мы тебя отмоем. Там вот унитаз есть. Ты идешь? Ты остаешься? Ну ладно. Хрен с тобой. Что я могу поделать? Ой. Ой-ой, у нас проблемы, Хьюстон. А нафиг. Минус нога. У нас еще двое тут. Врываемся, минус нога. Минус рука. А нафиг. Можешь убежать живым. Можешь убежать. Давай. У тебя есть шанс. Встаешь и валишь нахрен отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Ну ладно. Я тебе, как говорится, дал возможность. Ты сам выбрал. Так, что у нас тут есть еще по вооружениям? Дубина, деньги. Деньги тут как бы в космосе, да еще в тюрьме. О! Стрелючая хрень. А здраво, блин! Кто там у нас есть? Пристрелю. Я сейчас отсюда могу пальнуть. Я дурак. Что, там нет никого, что ли? У него ствол! У него ствол! Значит, я его сбил стрелой. Значит, он лежит. Что-то ножки по-турецки сложил. Отдай ствол, гнида. Руки подняли все быстро. Хватит плясать. Руки поднял, тварь. А, это наш. Его трогать не будем. Руки. Ну, как хочешь. Он хотел выпад сделать резкий. Чувак, я не могу тебя выпустить, но я попробую разобраться здесь. В ситуации. Так, пистоль мне не пригодился. Блин, они тут есть и вооруженные. Это плохо. А что я с вооруженным сделаю? Ну, ладно, мне сейчас арбалет дали. В космосе. Это космический арбалет, видимо, какой-то специальный. Тут еще что есть? Лазерное оружие. Не, ничего. Так, этих я не хочу трогать. Они вроде как наши. Давай, иди сюда. Минус рука, минус нога. И до свидания. Калаш, калаш. Опять минус рука. О, хорошо научился по рукам волтузить. Тихое убийство.
Блин, а его не взять! Эй! Автор! Это что за издевательство надо мной? И этот не взять. Блин, только деньги можно. Что с деньгами буду делать в космосе? В космосе деньги не ценятся. Вообще, они только где-то в магазинах. Чего, Рум? Кого, Рум? Оу! А зачем вам секс-рум, если вот там вот этот у вас уже прям голожопик? Ох, потерял равновесие, упал. У него ствол! Че, чувак, ты свободен? А, он у шеста-то. Хорош. Блин, автор, ну че это такое? А, вот. Может взять сначала пестик. Избавим его от страданий, наверное. Руки! Секс-рум что-то не очень. Никакого секса в этом руме и нет. Открываем. Где калаш был? Там где-то был калаш. Все. Хорошо, тут хп есть. Ой, ты неубиваемый попался. Я весь магазин из пистолета ему в башку всандалил, ему насрать. Читер проклятый. Так, что-то можно взять из этого всего, да? Чего-то можно взять. И это все? Блин, давайте следующий. Пью. Хорошо, пошел. Пью. Точно, прицельно. Цель, цель, цель. Упал. Цель! Упал! Цель, 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 справа! Упал, упал. Работаем. Минус. Хорош. Движение, движение. Упал. Блин, тут даже индикатор патронов, по-моему, не это самое. Где, 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 что, кто? Кто, что, где? Калаш? Упал. Ну-ка. Упал. Упал. Цель! Нифига себе! С двух патронов? Серьезно? А что так сделано? Специально, чтобы я с двух патронов падал? Ну ладно. Я же хп взял. То есть у меня фул было. Я упал с двух этих самых. Блин, зачем я этого трогаю все время? Кто мне объяснит? Он же наш. Дайте пройти. Дайте пройти. Да. Он же наш. Чё его, зачем я его трогаю? Этих не надо трогать, они наши. Здорово! Еще один прибежал. Смотри-ка. О, тут понабежал этот. Какие неустойчивые ребята. Так, что мне тут нужно было взять? А, арбалет. Налево у нас вооруженный. Нифига себе. Отстрелялся, гад. Так, а хп здесь нету, да? Только там хп будет. Уйди. Где тут хп у нас? По спине. По чему-нибудь еще. Так, где у нас тут был хп? Вон оно. Вот до него еще надо добраться. Да ё-моё, там вооруженный! Ай! Блин, они меня валят просто с, не знаю, тут два попадания, ты, по идее, падаешь. Очень жесткий урон. Блин, автор, ты это самое. Ты злой. Так, этого я не буду трогать. Ну его нафиг, он... Он мой товарищ, по несчастью. Мы тут все космические пираты, а эти, они нас тут держат в заперти. Дай пройти, бочка проклятая. Взорвал башку. Кстати, этих тоже можно даже перестрелять, да, нет? Можно. Чувак, кого?
Блин, тут ствол все это время был с одним патроном. Здорово. Хорош. Упал. Нормально. Контроль. Чисто. Тебе что надо? Ты кто вообще? Ушел отсюда нафиг. Цель. Бам. Упал. Цель. Упал. Возьмем дубинку резинчатую, блин, электрическую. Куда? Куда? Здорово. Привет. И тебе привет. Ствол? А у кого? А, у этого ствол. Значит, надо выходить на того, который вооружен. Вот этот. Валить ее нафиг. Замахнулся и упал. У тебя башка отвалилась, чувак. Тебе плохо, да? Лежать! Руки поднял. О. Непослушный. Что я могу поделать? Приходится оружие применять. Но здесь очень-очень высокий урон. Особенно от огнестрела. Очень высокий урон. Здесь нужно держать дистанцию. И аккуратненько их выпиливать. Ну, возьми какое-нибудь оружие, возьми. Так, что у нас еще есть? Гантели? Не, не годится. Блин, тут прям... Работаем. Цель. Упал. Цель. Упал. У него нога деревянная, поэтому он космический пират. Лови сюрикен. Я ниндзя космический. Да дайте пройти, ё-моё! Проклятая дверь, блин. Открывайся. Кому я вдарил там? Оп-оп, под огнем. Откуда он работает? Упал. Так, есть что еще взять? Во-в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 о
Контроль. Чисто. Проходим. ХП. Вижу ХП. Еще ХП. Я, наверное, это пока возьму. Что-то за стеной там пыхтит. Так, а где у нас выход? Где-то наверху, что ли? А вот наверх есть? Там какие-то переходы, проходы. Как до них добраться? Вопрос. Так, а как до них добраться? А, вот, 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 вот. Ага. Ну, блин, интересненько. Погнали. Много. Что тут? Угол, угол, угол. Чисто. Чисто. Follow Young Nauseous on Instagram. Окей. Ну, я Инстаграмом не пользуюсь. Но, кому интересно, можете половать. А, вот такую решетку я уже видел. Тихо. Че, встал? А ну, лег, быстро, на пол, тварь, на пол. У меня 4 патрона осталось.
Один патрон. Это не взять. Так, чем бы их еще волтузить-то? А, ножик есть. Подходи! Подходи, тварь! На тебя минус ноги. Жирный, лови! На! Что, сам умный? Пацаны, помогайте! Я тоже спейс-пират, так что вы должны быть за меня. Блин, этот ствол тоже не взять! Автор, ты что? Блин. Я вижу ствол, я на него надеюсь, а его не взять. Да ёп моё. Ура! Ну и что мне с этим жирным делать? Там ещё какой-то прибежал миньон. Минус жирный, хорош. На нафиг. Это ты? Нет, это ты. Так, выпилил миньона. Так, из огнестрела ничего нет. Сюрикены только. Ну что, пацаны? Я вас освободил. Радуйтесь. А тут все это время был дробовик. Ё-моё, а я тут с ножами бегаю. Блин. Открываемся. У него оружие, по-моему, нет. А нафиг. Нормально вам, да? Чё, моих друзей хотели это самое? Чё вы там с ними хотели сделать? Я так и не понял. Наверное, выкинуть куда-то в космос, в открытый. Лево, чисто, право чисто, лево. Лево, лево, цель. Пал. Пал. Лежать. Пошли. Проходим. Минус. Чисто. Main control. Что, щит не спасает, да? Всю прическу отстрелил. Ух, нифига ж себе их там. Надо посмотреть. Да блин, что со мной такое? Надо посмотреть, что тут у нас по огнестрелу есть. Потому как они далеко, а сближаться с ними я не хочу. Ты правда мертвый или прикинулся только что? Три патрона у меня всего. Что мне делать с этими тремя патронами? Я хрен знает. Я не знаю. Тут есть что? Стреляющие предметы имеются в наличии? Катана имеется. Калаш нерабочий, блин. Эти тоже стоят, балбесы. Нет бы, помогли мне. Я, между прочим, в их интересах тут бодаюсь. Мы все освобождаться должны. Пиу. Есть тыковку. Пиу. Есть куда-то там. Еще одного вижу. Минус. И тю. Бам по кумполу. Что он там подобрал? А, нунчайки, я уж испугался, что ствол. Так, где-то там должна быть катана. Если уж пошло на ближний бой, то лучше, конечно, идти с катаной. Комиссар катани я буду. Ай, да. Какой ты непредсказуемый. Да-да-да. Я прям не знаю, что вы любите прыгать из-за угла сквозь двери. Убегаем. Пошел бы ты. Что там этот жирный меня хочет, я не понял. Но я не хочу с ним особо связываться. Лёг! Ты что делаешь? Подходим. Ч
что он там делал. Я возьму это. Бро, жирный. Да я ж закрылся. О, он меня пнул. Ах ты тварь. Я взял хп. Все, отходим. Блин, жирный сюда идет, тварь. А, он опять меня пнул. Гнида жирный, жирный, жирный. Поезд пассажирный. Где хп? Тут был же хп тоже. Куда он делось? Че? Миньон наколдовался. Молодец. Ты упал, нет? Да ё-моё. Че мне с ним делать? Уйди. Уйди, я ж за вас, дурак, ты тупой. Чего? Он опять стреляет этой хренью. Надо бежать сюда. Здесь было хп, я где-то его видел. Да, вон оно. Эть? Ну чё, иди сюда, где ты там, слышь ты? Лягушка-переросток. Посмотрим, что твоя магия может против огнестрела. Блин. По-моему, я это зря сказал, он разозлился. Вот так вот. Вся ваша магия хрень. Автомат Калашникова рулит. Такие дела. Ну что? Забороли мы главное зло. А зачем я взял? У меня же уже нормально все с хп было. Куда мне теперь идти? А куда мне идти? Вниз, что ли, прыгать? Я не хочу вниз прыгать. Escape. Автомат. Мало ли это, что там за эскейп. Где эскейп-то? Эй, автор! Автор! Ты наврал про эскейп. А, наверное, надо все-таки своих этих союзников тоже завалить. Тогда здесь будет синий бокс, и тогда будет эскейп. Ну, блин. Ну, блин. Ну, ладно. Хорошо. Ладно. Уговорил автор. Уговорил. Уболтал языкастый. Погнали. Придется завалить всех своих союзников. А это неприятно. Зато лягушку рогатую грохнули. Тоже прикольно. По-своему. Пять. Осталось пять. А откуда я спустился? Отсюда? Так, погодите, 5, но их тут по совокупности это 5 не наберется, по-моему. Сколько их тут будет? 2-3. Этот вообще не засчитан. Этот засчитан. Как это работает вообще? Осталось 3. Ну и где эти 3? Где мне их искать теперь? Вот где мне их искать? Я хрен его знает. Не хватает 3. Но пока их не завалишь, синий бокс наверняка не активируется. Что будем делать? Вопрос. А хрен его знает. Я не знаю, что делать. Да ё-моё! Да ё-моё! Дай пройти! Наверх?
Пойдем. Так, этих я всех выкинул. В небо, в звездное, которое оказалось ящиком. Идем дальше. Оп! А это кто такие? Откуда вы тут взялись? Вас тут не было. Ну их, кстати, и не засчитало вообще. А где? А где? Ничего не понял. Так, здесь у нас все. Так. Тут еще у нас один ящик звездного неба. А где? Тут должно быть трое, по-моему, или сколько там. Ну и где они все? Я не знаю. Это уже вопрос явно не ко мне. Не, ну надо еще раз пойти посмотреть. Может, какую-то дверь пропустил. Я не понял. Тут я всех пострелял, но их почему-то не засчитал. Может, их наколдовала эта лягушка рогатая? Я не знаю. Никого нету. Ни союзников, ни врагов. Никого нету вообще. Громила. Драмила. Так. Мне не нужно драмилу, мне нужно... Эй! Слезай оттуда! Да ё-моё! Слышь? Нет никого. Оба. Я пробежал. Ну вот он, эскейп, все. Как бы. Все. Вот. Я не знаю, что еще от меня хотят. Как-то так. Как-то вот так. Ну что? Звук. Ну что, уровень вполне забавный, только вот, конечно, логика в нем подхрамывает на несколько ног, потому что, как бы, я вроде как пират космический, я пытаюсь сбежать из тюрьмы, но почему я должен валить других пиратов, которые сидят в этой же тюрьме? По идее, они должны быть союзниками. Ну, я так понимаю, они же должны быть союзниками, мы же все, как бы, космические пираты, мы все сидим. Почему мы деремся между собой? Мы все должны пытаться сбежать и, соответственно, быть союзниками. В остальном уровень вполне себе забавный, интересный. И пострелять, и помахать каким-нибудь свинорезом. И элемент недр здесь присутствует в виде этого рогатого, кто он там, я не знаю, головастик, лягушка, кто это? Тритон. Хрен знает, короче говоря, это зеленая крокозябра. Очень даже вполне себе выглядит, ну, достойно, как босс финальный. Ну и урон. Урон здесь очень сильно накручен. То есть две пульки, и вы падаете. Ну, максимум 3, если повезет. Так что в совокупности уровень вполне себе достойный, и в него можно играть. Итак. Space Pirates. Ну, или как это? Space Pirates будет правильно на английском. Автор 24/7 Nauseous. Почему 24/7, не знаю, но он все равно Nauseous. Итак, скачиваем, ставим лайки, играем. Все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйте лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.